Различные негативные воздействия влияют на формирование плода в утробе матери. Так, одним из проявлений является рождение младенца с врожденными пороками сердца. Новорожденные детки с таким диагнозом, если им не сделают операцию, смогут выжить только до 3 лет. Поэтому ежегодно в научно-клиническом центре кардиохирургии и трансплантологии проводится более 60 операций детям до 3 лет. В этом году эта тенденция активизировалась. Даже детям до 1 года предстоит серьезная операция на сердце. Для этого из столицы приехали квалифицированные специалисты Национального научного кардиохирургического центра и провели мастер-класс для жамбылских врачей-кардиологов. В этом центре ежегодно проводится более 250 операций, из них более 60 детям до 3 лет. В этом году операция проводится детям до 1 года. Для этого из Астаны приехали 5 специалистов, которые провели для местных врачей мастер-класс по подобным операциям. В данном учреждении достаточно необходимого современного оборудования и медикаментов. Поэтому операция, проводимая младенцем до 1 года, проходит успешно без каких-либо проблем. Всего за 2 дня с участием специалистов было проведено 3 операции, в том числе и у 5-месячного ребенка. Цель мастер-класса заключается в том, чтобы передать наши знания и опыт коллегам из Тараза, для того, чтобы они такие операции могли самостоятельно здесь выполнять. Вот. Ну, с учетом каких-то нюансов и особенностей нашей хирургической техники. В Жамбылской области впервые была проведена операция на сердце в 2007 году. А с 2014 года этот центр занимается лечением сердечных заболеваний. Отметим, в Жамбылской области ежегодно рождается более 300 детей с пороками сердца. 30% из них в тяжелом состоянии. Дана Самат, Нуркадыр Оремхан, Азамат Бескенов, 77 News.